Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Вы на канале Валерьяна. Напомню, что меня зовут Аня. Кто впервые ко мне зашел, давайте познакомимся. Подписывайтесь на мой канал. Я уверена, что впереди вас ждет много чего интересного, много интересных, занимательных видео. Ну а сегодня на моем канале начинается серия видео о моих летних ароматах. Почему серия? Да потому что их будет несколько серий. Когда я собралась готовиться к видео о летних ароматах, о которых, наверное, сняли все блогеры уже на YouTube, исключая только меня, то я начала доставать все ароматы, которыми я пользуюсь на данный момент, и собираюсь пользоваться этим летом из своего парфюмерного шкафчика, и увидела, что это огромное количество парфюмов. То есть соединить их все в одном видео, показать и обозреть их в одном видео будет просто безумием и очень утомительным занятием. Это видео займет очень много времени и будет нудным, длинным и утомительным. Поэтому я решила разделить ароматы на группы, по категориям, на различные темы. У меня будет 4 разных видео о летних ароматах, и сегодня будет первая его часть. Это ароматы, прекрасно звучащие в летний дождь, то есть в летнюю, дождливую, влажную погоду. Именно в летнюю, мне кажется, погоду эти ароматы звучат просто идеально. Это их время, идеальное время. И раскрываются они шикарно, великолепно именно в эту погоду. Я не могу сказать, что все эти ароматы я ношу только в дождь. Я, конечно же, ношу их тогда, когда мне захочется. И в связи с этим я уже могу, конечно же, сделать выводы, когда они лучше всего звучат, потому что я попробовала их в разные сезоны, в разные погоды, и сделала для себя уже окончательные выводы. И сегодня, даже несмотря на то, что я отобрала ароматы по темам, ароматов будет много. Постараюсь долго не задерживаться на каждом, пару слов расскажу о каждом аромате, и давайте же, наконец-то, уже начнем. А начнем мы сегодня с одного из самых любимых ароматов моей коллекции. Это абсолютная константа, которая должна быть у меня всегда. Если будет заканчиваться флакон, буду приобретать вновь. Это жемчужины от Lalique, Perle de Lalique. И это потрясающий цветочно-шипровый аромат, который великолепно звучит именно в такую влажную дождевую погоду. Как раз в такую погоду я услышала его на женщине, я спросила аромат, то есть таким образом я познакомилась с этим ароматом. Он меня очаровал, очаровал богатством звучания, необычностью, тонким, красивым, благородным, интеллигентным шлейфом. И я захотела купить его просто моментально себе. Но когда я его купила, он немножко разочаровал меня своим звучанием, потому что он почему-то не пах так, как он пах с той женщиной летом. Я, конечно же, делала к нему подходы, всякие эксперименты проводила, носила в разные сезоны, в разные поры года и вывела для него идеальную формулу. Он лучше всего звучит именно летом, в дождь, в влажную погоду. Вот, могу это утверждать, потому что уже есть соответствующий опыт ношения, и у меня рука к нему тянется именно в этот период. Он просто великолепно звучит, собирает массу комплиментов. Вот когда я его наношу, мой муж постоянно на протяжении дня хвалит этот парфюм. Он всегда принюхивается, он всегда наклоняется возле меня, он всегда охкает, ахкает, насколько красиво пахнет этот аромат. Также моя подруга всегда отмечает его на мне. Она говорит: я просто балдею от твоего аромата, какой красивый запах. Что это такое? Расскажи мне название, я тоже хочу такой парфюм. Поэтому, да, это жемчужина, это просто королева летних дождей, я смею утверждать. Следующий аромат, который я вам покажу, с очень необычным звучанием, это Oriflame и аромат Paradise. Многие из вас сейчас кривятся при названии бренда Oriflame, но я не сноб и не скептик, я всегда объективно отношусь к аромату, то есть я смотрю и слушаю именно аромат и не обращаю внимания на бренд. И если аромат при таком звучании еще и бюджетный, ну более-менее бюджетный, то это его огромное достоинство. Для меня намного хуже, если дорогущий аромат пахнет несоответствующе, то есть не соответствует своей цене. Вот это намного хуже, мне кажется. Здесь же все классно, аромат интересный, построен на мощных перцах, здесь есть розовый перец, здесь есть молотый черный перец, здесь есть жасмин, бергамот, такое серьезное звучание у этого парфюма, он абсолютно не легкомысленный, такой немножко согревающий даже, вот
по тому, как раскрывается перец, и он раскрывается, кстати, очень красиво, именно в такую погоду, в летнюю, влажную. В жару его от вас не будет очень сильно слышно, и также в холода его абсолютно не слышно, потому что этот перец скукоживается, и эта специя не раскрывается как положено. Сейчас просто сам Бог велел носить этот парфюм в такую погоду, и я как раз собираюсь этим заниматься. Очень интересный, красивый аромат. Его, кстати, сравнивают с ароматом от Lancôme Miracle. Когда он вышел, как раз было сравнение с тем ароматом. Но, насколько я не люблю Miracle, он мне не нравится. Я не оценила того парфюма. Настолько нравится мне этот парфюм. И мне кажется, что этот парфюм во многом переплюнул Miracle от Lancôme. Сейчас можете ругаться, но для меня это так и есть. Следующий аромат, о котором я вам сегодня расскажу, это Disquiet She Would, и это очень интересный аромат, построенный на нотах влажной древесины и пудровой фиалки. Здесь есть две стадии звучания аромата, вот именно на мой нос. Первая стадия – это влажное дерево, то есть спил дерева под дождем, и второе – это теплое пудровое звучание цветка фиалки вместе с гелиотропом. Вот именно гелиотроп дает здесь такую сладковатость этой пудре, такое необычное, очень красивое звучание. В общем, я заметила действительно, что этот парфюм просто прекрасный в такую дождевую или влажную погоду после дождя, и всем рекомендую, потому что это очень классный аромат. Но хочу вам сказать, что сейчас он почему-то пропал с продаж, возможно, сняли его с производства. Это очень грустно и для меня неприятно, хотя у меня есть еще 30-ка наполовину этого парфюма. И этот тестер я купила себе совсем случайно, по очень классной цене, мне повезло, я очень рада. Советую, очень красивый аромат. Так, следующий парфюм это Yves Rocher, и это Comme une Évidence в парфюмерной воде. Любимейший мой аромат. Также не сразу я его оценила. Вначале, как только я его заимела, как бы, да, в свою коллекцию, я с ним долго старалась подружиться. Он меня раздражал своими нотами почему-то, несмотря на то, что в каталоге была ароматизированная страничка, он мне понравился, но его звучание почему-то меня раздражало. Была какая-то там нота, возможно, это активный ландыш, вот не могу понять, возможно, это так. Вот сейчас я его подношу к носу, я слышу этот активный, сильный ландыш. И от него у меня просто болела голова. Сейчас это один из самых любимейших моих парфюмов. Я его люблю носить весной. Я люблю его и в начале весны, и в теплую весну. И также он красив летом в дождь. Это уже точно проверено на моем опыте. Аромат очень тонкий, тонко-шипровый. Здесь много цветов. Есть жасмин, роза, ландыш. Здесь есть дубовый мох, пачули, в общем, такое как бы классическое сочетание, но аромат очень интересный. Мне он очень нравится, и я также рекомендую попробовать этот аромат именно в такую погоду. Следующий парфюм, это также любимка моей коллекции, и тоже хочу иметь ее всегда, это Coco Mademoiselle от Chanel. И я считаю это универсальным ароматом, который можно в принципе, носить круглогодично, но именно в такую погоду он звучит просто роскошно, мне кажется, имеет сладковатый такой красивый, очень женственный шлейф, очень выразительный на мой нюх. И мне кажется, это золотая пора этого парфюма. Вот я рекомендую, не буду долго на нем заострять внимание, но вот попробуйте его именно в летний дождь. И следующий парфюм это Angel Schlesser Femme, вот такой белый кирпичик, и можно сказать, что это старичок моей коллекции, ну как старичок, практически с этого аромата, еще с некоторых ароматов началась моя коллекция, в том числе как и Perles de la Ligue, да, это тоже старичок, можно так сказать, моей коллекции, с которым я сразу не подружилась, он меня сначала напугал, брала его по отзывам, и я его сначала не поняла. Для меня это был слишком мужеподобный унисекс, то есть унисекс, который женщинам не особенно-то подходил, а все потому, что я носила его не в тот период, опять же. И когда я нашла для него тот период, что нужно, то есть я надела его в ту погоду, когда он заиграл и показал всю свою красоту, я сразу поняла, что это то, что мне нужно, что я хочу иметь всегда. Значит, этот аромат у нас имеет в своем составе много мужских нот.
пирамида довольно-таки мужская в этом парфюме. Здесь есть можжевельник, здесь есть кедр, мне кажется, много цитрусовых нот. Аромат абсолютно не сладкий, такой гипер-ярко-цитрусовый на старте, освежающий такой, да. Но вот старт мне как раз в этом аромате не особенно нравится. Мне нравится его красивая, пудровая, не сладкая база. И звучит эта красивая база именно в такую влажную, летнюю, дождевую погоду. Это я уже тоже для себя хорошенечко поняла. И ношу его исключительно только в этот период. Очень жаль, что у меня осталось совсем его мало. И также девочки мне принесли неприятную новость, что новодел уже не тот у этого парфюма. И что он очень отличается от старого дела, что нужно искать именно старую версию. Очень это меня расстроило, конечно, потому что я не успела как бы затариться еще дубликом для себя. Потому что этот аромат действительно очень красивый. Аромат, конечно, на любителя. Это уже такая своеобразная классика парфюмерии. Но он мне безумно теперь нравится. Он схватил комплимент как раз этот парфюм. Именно в такую влажную, прохладную, немножечко летнюю погоду. И я сама от себя услышала этот великолепный, незнакомый мне еще шлейф, который я никогда от себя не слышала, именно в такую погоду. Поэтому я его рекомендую. Если он у вас есть, попробуйте именно в такой период. Следующий парфюм — это Prada Iris в парфюмерной воде. Вот такая у меня красота есть. Это такой красивый аромат, если вы любите пудровые парфюмы, если вы любите ароматы с ирисом, вам стоит просто точно обратить внимание на этот аромат. Аромат действительно цветочный, здесь есть много зеленых нот, здесь есть много цитрусов в начале, он такой колкий, искристый, такой необычный. Необычный чем? Тем, что он уже звучит не особенно современно, немножко с ретро-уклоном. Это красивейшая, немножечко уже старомодная пудра. Но это для меня как раз плюс, потому что я очень люблю такие ароматы. Именно вот такого ретро-направления я всегда выберу для себя. Аромат такой строгий, отстраненный. Такой аромат, который держит людей на расстоянии, на вытянутую руку, дистанцирующий такой аромат, который производит впечатление такой строгой, деловитой особы, которая на рабочем месте занимается только работой и ни на что другое не обращает никакого внимания. Аромат с очень аристократичным звучанием на мой нос. Понравится он, конечно же, не каждому, но для меня здесь один из самых красивых ирисов, которые я пока что встречала. Поэтому я очень рекомендую познакомиться с этим парфюмом. Кто любит пудровость в парфюмерии, не сладкую, даже такую колючую немножко, обратите свое внимание, потому что это очень красивый парфюм, достойнейший аромат, и он великолепно, просто божественно звучит именно в такую влажную летнюю погоду. Я на этом настаиваю. Следующий парфюм — это новинка моей коллекции. Это бренд Jenny Glow. И, как вы уже знаете, это бренд, который выпускает ароматы, похожие, вдохновленные ароматами Джо Малон. И этот аромат называется помегранат, то есть гранат. И, как говорят знатоки, это полная копия аромата Джо Малон, черный гранат. Я не знаю этого парфюма, но охотно верю девочкам, которые сравнивают, потому что очень многие бренды копируют друг друга, и у них это неплохо получается. Здесь получился для меня лично очень интересный парфюм с необычнейшим звучанием. Для любителей перца здесь огромное количество черного перца на мой нос. Все, что заявлено в пирамиде, для меня абсолютно никакого отношения к этому парфюму не имеет. И также здесь есть какие-то еловые ветки, иголочки еловые, еловая смола. Вот это самое главное, что я здесь чувствую, древесность. Но именно такая хвойная древесность в сочетании с черным перцем. Душистый, очень яркий, очень шлейфовый аромат, прекрасно звучащий, знаете, когда именно в летнюю грозу. Вот несколько раз я попадала с этим ароматом, так случилось, как раз под дождь. И он созвучен как ассоциативно с этим явлением, да, природы, так и по аромату. Прекрасно пахнет именно в такую погоду.
Я, конечно же, его носила в разную погоду, но все-таки хочу вас уверить, что именно в летний дождь этот парфюм звучит просто чудесно. Следующий парфюм – это абсолютная любимка моей коллекции, и точно я уверена, что этот парфюм хочу иметь у себя всегда, на постоянной основе. Желательно, чтобы его не сняли, чтобы он всегда был. Это аромат от Hermès под названием Jour d'Hermès Absolue. То есть это фланкер классического Jour Hermès, но уже, наверное, более насыщенная его версия. Какой же это красивый парфюм. И я бы его так и не узнала никогда, если бы по воле случая в дождливую погоду я не ехала как-то рядом с девушкой в этом аромате. Я сразу не поняла, от кого этот парфюм. Я всю дорогу принюхивалась, кто может пахнуть вокруг меня таким чудесным парфюмом. Я даже думала, что, возможно, это мужчина какой-то пахнет так, потому что аромат для меня пахнет унисексово абсолютно. Но, как оказалось, это моя соседка, и мне пришлось выйти за ней на остановку раньше и бежать за ней, синеть, краснеть, зеленеть от того, что мне неудобно спрашивать у нее, что у нее за парфюм. Но когда я узнала, что это, и поняла, что в нашей глуши люди отлично разбираются в парфюмах и пользуются такими ароматами, мне стало как-то даже не по себе. И когда примчалась домой, я сразу же нашла на сайте этот парфюм, и через несколько дней я себе его заказала, потому что мне просто не терпелось иметь его в своей коллекции. Очень красивый флакончик, такой тяжелый, массивный, выглядит это очень основательно и очень стильно, на мой взгляд. И аромат здесь просто, ну просто чудо расчудесное. Как бы и простой парфюм. Кстати, я его пробовала много раз в Брокарде, и в обилии этих всех запахов, в этой ядреной смеси, я его вообще не расслышала. Ну какой же он красивый именно в шлейфе. О чем этот аромат? Здесь у нас есть такая белая сливочная гордения, но эта гордения не туберозоподобная, то есть она не похожа на туберозу. Это гордения, которая немножко напоминает гордению из черного кристалла от Versace. Вот такая сливочная, очень мягкая, красивая гордения. И здесь есть красивый грейпфрут, здесь есть абрикосовый цвет, по-моему, жасмин самбак. Также здесь есть, по-моему, мускус и какие-то древесные ноты. Этот я уже точно не помню. Обалденно красивый, стильный аромат. Очень тонкий. Он, если быть честным, он отлично звучит в любую погоду летом. И вообще, мне кажется, это универсальный парфюм. Но все же ярче, красивее, насыщеннее, богаче всего. Он звучит именно летом и именно в дождь. Я рекомендую. Попробуйте этот аромат, я наношу на себя его вот в сгибы локтей, он пахнет целый день, настолько стойкость отличного аромата, настолько красивый шлейф, я в восторге от него, я готова им просто обливаться, ношу с огромным удовольствием, знаю, что от меня просто великолепный, дорогой шлейф, не побоюсь этого слова. Аромат звучит не мощно, не нагло как-то, он звучит аккуратно, очень дипломатично, утонченно, деликатно, но все-таки очень как-то благородно и дорого, повторюсь. Шикарный аромат, рекомендую, любимка моя, абсолютная любимка. Это, наверное, аромат, который входит в топ сколько-то там любимых ароматов моей коллекции. Так, следующий парфюм, это аромат от Yves Rocher Soul Elixir в туалетной воде. Как-то мне удалось купить себе эту версию. И также я его слышала на девушке, на знакомой моей хорошей. Именно летом я услышала этот шлейф от нее, и у меня реально снесло просто башку. После того, как я услышала шлейф этой туалетной воды, я купила себе парфюмированную воду, и потом, когда было хорошее предложение, нашла себе туалетку и купила еще туалетку. Чем туалетка отличается от парфюма? Немножко более тонким звучанием. Стойкость отличная, конечно же, но на старте это более резкий такой цитрусовый старт, даже немножко альдегидный, немножко мыльный. Именно стартом отличается, база абсолютно одинаковая, лишь, возможно, не такая сладкая, как в классическом Soul Elixir.
Очень красивый аромат классического такого строя, как бы состава. Здесь ноты, напоминающие коко мадемуазель. Здесь есть жасмин, роза, пачули, цитрусы, бергамот, по-моему. И интересная нота, которая отличает от коко мадемуазель, это ладан. Аромат настолько интересный. И это из той категории парфюмов, которые я очень люблю. То есть ароматы а-ля Coco Mademoiselle, хотя это другой аромат, но вот с похожими немножко нотами и похожего направления. Я очень люблю, я всегда их выберу, я всегда их буду носить с большим удовольствием, хотя, возможно, они чем-то напоминают друг друга, но мне от этого не хуже абсолютно, и мне это очень нравится. Поэтому рекомендую, очень красивый парфюм. Сейчас, мне кажется, Soy Elixir снимает также с производства и в Роше. Это очень грустно. Поэтому, если вы увидите этот парфюм по хорошей цене, то, мне кажется, его можно купить даже в коллекцию. Потому что потом можно пожалеть, если вы захотите, цена на него уже может взлететь в разы. Но я не уверена, конечно, насчет этого аромата, будут ли его снимать. Если вы знаете, у вас есть какие-то сведения, напишите обязательно в комментариях. Нам всем будет интересно почитать. Следующий аромат — это новинка также моей коллекции, купила я прошлым летом его, это арабская марка Rasasi и парфюм под названием Mukhalat Al Mubahar. Если я правильно произношу, конечно же, все названия парфюмов я подпишу под видео или в комментариях. Очень интересный аромат, именно для любителей специфического медицинского стоматологического уда. Здесь есть роза, здесь есть шафран, здесь есть какие-то цитрусовые ноты, но в основном это все на такой мощной удовой основе. Уд — это не копченый, уд — это не дымный, вот как раз такой специфический уд. Раскрывается парфюм очень красиво, при всей своей мощности он быстро утихает и не звучит так ярко, как на старте, и красиво он звучит, опять же, во влажную летнюю погоду. Это также я изучила. На протяжении всего года я его старалась как-то носить, но, как известно, арабские ароматы дружат с теплой температурой, даже с жарой, но именно этот парфюм красив на мне в относительное летнее тепло, после дождя или во время дождя. Смелый аромат, интересный аромат, аромат унисекс, мне кажется. Я поставлю его на полочку, предложу своему мужу, возможно, он также захочет им пользоваться, потому что мне кажется, что на мужской коже он будет выдавать какие-то другие интересные оттенки. Аромат мне очень нравится, я очень довольна, что я его себе купила, так как он еще к тому же очень бюджетный. Следующий парфюм — это такая интересная марка. Я вот даже, честно говоря, не знаю, как она называется. В общем, читаю полностью, что здесь написано. Suddenly Madame Glamour. Вот такой аромат. Вы уже когда-то видели его, мне кажется, в видео о моих бюджетных парфюмах. И это такой своеобразный закос на парфюм от Chanel Coco Mademoiselle в туалетной воде. Я когда его купила, я сначала как-то тоже так скептически к нему отнеслась. Потому что, опять же, не в тот сезон. Он не раскрывался тогда, как положено. Но когда я его начала носить именно вот в такую сырую погоду, именно этим летом я поняла, что его идеальное время – летняя дождевая погода. И раскрывается он так, как положено, шлейф фит великолепно, очень классно держится. И действительно в шлейфе очень хорошо напоминает Coco Mademoiselle в туалетке. У меня ее нет, но я ее помню, какая она была раньше. У моей мамы она когда-то была. Это был потрясающе красивый шлейф. Сейчас, говорят, очень упростили ароматы от Chanel. Они стали не такими стойкими, не такими яркими, к сожалению. Ну, я с удовольствием пользуюсь этим ароматом. Я знаю, что этот парфюм и также еще много других выпускает Lidl. Есть такая сеть магазинов в Европе, Lidl. И именно вот там можно купить эти парфюмы по очень бюджетной цене. Я, например, купила его на OLX когда-то за 150 гривен, полный флакончик. И абсолютно не жалею, красивый аромат. Также очень красивый аромат, который я люблю, и почему-то заякорился он у меня именно с летом и с такой влажной погодой. Это аромат Chloé Eau de Parfum, да. Обратите внимание, какой у меня уже потрепанный флакончик, потому что именно
ароматы Клои, они вот выглядят таким образом именно со временем, то есть как раз приобретают такой винтажный вид, ничего в этом страшного нет, можно их, конечно, очищать, делать их более блестящими, но я не вижу в этом смысла, так как он выглядит для меня именно так, как должен выглядеть. Вот этот бежевый бантик, и это специфическое интересное звучание. Меня вот интересует, девочки, кто знает, кто разбирается, кто покупал свежие выпуски Клои, отличаются ли они от старого, более-менее старого выпуска. У меня аромат уже настоянный. Я его также пробовала носить в разные поры года. Он всегда красиво пахнет, в принципе, также собирает комплименты когда-то зимой во влажную погоду. Вот было не холодно абсолютно, были лужи и какой-то мокрый снег. Его откомплиментила также женщина, но все же я помню его, знаете, в то время у меня у старшей дочери был выпускной, и как раз было влажно, и шел небольшой дождик, и я была в этом парфюме, и он звучал роскошно, пышно, шлейфово, очень красиво, пудрово. Это для любителей парфюма с розой. Роза здесь действительно для меня как-то винтажно пахнущая. Возможно, влияет этот флакон, но звучание этой пудры действительно для меня не особенно современное. Здесь есть еще пион, здесь есть личи, есть мускус, еще какая-то древесная нота, мне кажется. У него очень необычное звучание. Конечно, я понимаю, что сейчас это уже не новинка, но тем не менее, это уже современная классика, которая долго еще не выйдет из моды, надеюсь. И будет на прилавках всегда. Мне аромат очень нравится. Красивая летняя роза для меня, для дождя. Так, и последний аромат. Это парфюм, который я купила также в прошлом году и носила его в разные поры года. Но он мне понравился именно летом во влажную погоду. Я сначала покупала от Levant, и я сделала сразу себе выводы по поводу того, когда носить этот парфюм. Он мне очень понравился, несмотря на наличие в этом парфюме нелюбимой мной ноты. Что же это за аромат? Это Eden от Cacharel. Вот такая красивая мятная бутылочка. Здесь только 50 мл, и осталось где-то приблизительно 40. Мне его жалко использовать. У него очень интересное, специфическое, также несовременное звучание. Возможно, как раз эта тубероза делает свое дело, но она здесь мне нравится. То есть она здесь меня не раздражает, так как здесь еще очень много разных нот. Как известно, это аромат, который вышел уже довольно давно. Там пирамида богатейшая. В первых нотах много цитрусовых, персик, по-моему, есть. В средних нотах огромное количество цветов. Но я здесь слышу туберозу в первую очередь, потом лилию водную и лотос, и также еще дыня. Здесь очень ощущается дыня. Настолько необычное звучание у парфюма. Кстати, тубероза здесь, она такая не хищная, она здесь сливочная, дает такое красивое сливочное звучание. Вот как раз по этой туберозе можно понять, как пахнет сливочная тубероза. Она же разная как бы бывает, но здесь для меня она довольно-таки приятная. Она не бьет мне настолько в нос и не вызывает головную боль. Аромат такой, знаете, по ассоциациям, вот как люди рассказывают, им напоминает аромат русалок и болота. Я могу с этим согласиться, потому что это аромат действительно какого-то водоема, но именно не с текущей движущейся водой. То есть речка, да, а именно стоячая такая вода и такое небольшое озерцо или даже болотце в центре какого-то дремучего темного леса, сказочного. Вот так пахнет мне действительно этот аромат. Русалки, да, возможно, какие-то лесные мавки. Ну, аромат красивый, это бесспорно, без сомнений абсолютно для меня. Носить я его, конечно, часто не ношу. Почему? Да потому что я поняла, что он идеален для меня именно в летнюю влажную погоду. Я носила его, пробовала носить и зимой, но вот какое-то он не то у меня создает ощущение, не те эмоции вызывает, и не так прекрасно пахнет на мне, как именно в такую погоду. Поэтому я его выбрала для себя именно на этот сезон и ношу его именно только сейчас, тянется рука именно сейчас. И надеюсь, что этого количества мне хватит
надолго. При его мощности, при его стойкости хватает там буквально одного пшика. Или даже намазом можно как-то на себя его нанести аккуратно, потому что действительно очень яркая концентрация парфюма. Ну что ж, это все ароматы, о которых я вам сегодня хотела рассказать. Думала, что видео будет намного короче, но все-таки не могу я в двух словах описывать свои любимые парфюмы. Эмоции, как всегда, мешают мне сконцентрироваться на самом главном. Ну, надеюсь, что вы не будете меня за это ругать. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, какие вы ароматы носите именно в дождь, какие вас радуют больше всего и заикарились именно с этой погодой у вас. Мне будет очень интересно почитать, я думаю, не только мне. Ну что ж, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, ждите следующую часть моего видео, которая будет об ароматах для летней жары, для солнцепёка. Я думаю, скоро у нас будет уже солнечная, яркая летняя погода, и это видео будет как раз в тему. А я буду заканчивать на этом свое видео. Увидимся с вами в следующих видео. Всех целую и обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока.